Здравствуйте, с вами Боня Кошелек. Мы приехали сегодня к хозяевам авангарда. Сегодня очень непростая игра. Сток, и тут идет игра. Авангард ФКП. Напомню, что это не простая игра, а это 1/4 кубка Ведёбельского района. Сегодня игра только на победу и никаких ничьих. В случае ничьи будет дополнительное время или пенальти. Мы будем только надеяться на победу ФКП. Снова будет пробивать игрок авангарда Николачук с мячом. Наконечный входит игроков. ФКП атакует. Бьет по воротам. Опасно. И тут опасно. И тут авангард забивает гол. Зеленчук расстроен. И тут Бес мячом, наконец-то. Бес. Удар по воротам. Наконец-то получает от судьи. И тут хозяева с мячом. Удар по воротам. И тут забивает второй гол. Быстро делает два гола. Очень плохо ФКП начинает эту игру. Конечно, настроен. Николачук тоже. Белая, мы видим новый номер, 13. Судья дает свисток, и тут подача. Какой шанс. Исполнитель на ваших экранах. Тут подача. И тут Николачук с мячом. Удар по воротам. Гол! Это гол! Николачук забил гол. И счет на табло 2-1, как мы видим, вся команда собралась с ним уже порадовать. И тут Бес мячом. И тут конец первого тайма. Счет 2-1 в пользу авангарда. Мы ждем второго тайма. Мы видим Дмитрия Валентирова, вышел замесь Михаила Стаса. А также мы видим на поле Паша Билан. Он поменял Николачука, Сашу, под свисточку. И тут разыгрывает мяч. Сейчас Олежек может забить гол. И тут удар. Николачук. Тут подачу. Бернацкий удар с головы. И тут Дмитрий гол! Это гол! Вы это видели? Легендарный Дмитрий Валентин забивает гол через себя. Вы это видели? Я первый раз такое вижу. Давай посмотрим повторчик. На ваших экранах улетит Дмитрий. О, идет с мячом. Сам смещает. На Дмитрия пас.
Дима на Сергея. Сергей на Игоря. Игорь один, никого нету. Обратно на Неклия Сергея. На Дмитрия. Дмитрий. На Николайчука. Бес. Бес, удар по воротам. Гол! Гол! Дал! Лучший нападающий МКП. Бес, Сергей. Наконечный удар, Валидон, ворота, гол! И наконечный забивает гол! На табло счет 4-2 в пользу гостей. Дмитрий с мячом, и тут сзади его толкает в спину игрок авангарда. Это точка, это 11 метров. Исполняет Дмитрий Валентин. И тут свисток. Вратарь тащит. Покидает поле Дмитрий Бернацкий. И на поле выходит Рожка Андрей. Зеленчук покидает поле, и вместо него выходит Зуев Сергей. Четвертая замена ФКП. Зеля отстоял свое. Тут Виталий Крупинин готовится выйти на поле. Тут капитан команды покидает поле. Вместо него выходит Виталий Крупинин. Автор одного из головы и двух индивидуальных ударов лежит на поле. 102-я минута матча, пора завершать. Ой, царь, мяу. Следующий источник, тут победа. Ура! ФКП выиграл со счетом 4-2.